нормальное, лицо потрепанное, не выспавшееся, но в целом все в порядке. Готовимся к посадке. До встречи на земле дальневосточной. Скажи пару слов. Как тебе долетелось? Тяжело. Полет был нелегкий такой, вроде казалось бы ночной, но все равно немножко подустали. Пошли. Все, выходим. Егор, девочек надо пропускать. Ну все, сейчас еще чуть-чуть и выйдем на нашу родную дальневосточную землю. Посмотрим, как что у нас будет все, да? Спасибо огромное. Проходите, пожалуйста. Там еще несколько секунд. Все, первый шаг на дальневосточной земле. Так, идем. Вот, ура! Мы дома. Это наш замечательный самолетик. О, сколько народу выходит. А это аэропорт города Хабаровска. Ну все, прилетели, теперь смотрим, что будет нас ждать дальше. 7 часов позади. Все, поехали. Поехали встречаться. Первый день нашего с Егором путешествия в Хабаровске. Мы решили прогуляться с нашими друзьями по городу, посмотреть на город, посмотреть, что сейчас здесь происходит. Вот мы идем по главной улице Карла Маркса. Вот. Сейчас идем до места, где я работал. Это банк. Очень интересное, красивое местечко на улице Кимичена. Ну вот сейчас покажем. Так что вот такая сегодня прекрасная погода. Мы с Егором одеты как на Северном полюсе, потому что думали, что здесь будет холодно, а на самом деле здесь тепло и в целом очень комфортно. Поэтому будем готовиться к холодам. Сейчас я нахожусь на ступенях своего офиса в Хабаровске, Кимичена 26, это Росбанк. Именно сюда, вот в этот вход я пришел для того, чтобы попроситься приняться себе на работу. Написал заявление, и вот так моя судьба сложилась, что именно начиная с этого дома началась моя банковская карьера именно здесь, вот в Хабаровске, на этом крыльце. А это Егор, который постоянно мешает. Ну что ж, вот прошел первый день хабаровских и дальневосточных каникул. Сегодня, получается, весь день был в Хабаровске, встречался со своими близкими друзьями. Это друзья из моего банковского прошлого и из моего настоящего консалтингового. Это было очень интересно. Плюс я встретился с одной из первых своих учителей в жизни. И это была очень глубокая и интересная встреча. Мы обсудили многие-многие разные вопросы. Самое главное, что я хочу сказать. Состояние теплоты, состояние радости от того, что ты на родине. А это наше купе, в котором мы поедем в город Комсомольск на Амуре. И завтра утром мы прибудем туда. Сейчас время местное 20:54. Буквально через 15 минут отправится поезд. И мы помчимся в город Комсомольск на Амуре, куда прибудем в 6:40. Пока.